Кому омлетик? Всем приветик! Всем прохай, ребят! С вами я, Дамир Страйк. И это не Рисуспак. Ну, я опять новый Рисуспак скачал. Ну, не дело суть. Не в том суть, короче. Я выздоровел. Поздравляйте меня. Я красавчик, да? То что лайки? Я хочу лайки. И в этом видеоролике я бы вам хотел показать, не тебе, я бы вам хотел показать, как делать такую вот пушечку, типа пулеметика из стрел. Мы приступаем, короче, без интро. Вы, наверное, и так все поняли. Ладно, для этого нам надо редстоун. Раздатчик, красный факел, любой блок, ну это вообще у меня будет, и стрелы, ну если я, конечно, ничего не забыл, только надо еще стрелы эти найти, что я не люблю делать. Ой. И сделаем такую коробочку потом. Ну, проверка. Вот берем, например, эту штучечку. Вот эту. Ложим сюда стрелы. Загружаем. Отводим пыль на третий блок. И тут ставим вот такую шерсть. Потом ставим вот тут два красных факела. Вот эту красную пыль ведем сюда. Потом делаем вот так вот. И у нас замигало. И мы стреляем. А чтобы это остановить, поставить сюда факел. И для прикола я сейчас возьму любого монстра с каких-то сторон. Ну, нормально. Закрою его тут. И я вам продемонстрирую, короче. Вот сделаю такую коробочку мини. Загружу сюда одного вот такого мужичка. Это даже нескольких. Троих. Три храбрых, какие идут на смерть. И вот, смотрите. Она их штука обстреливает, и она будет стрелять, пока у нее стрелы не закончатся. И она убивает. И они тупо ничего не могут сделать. Как мы видим, она убила всех. Только после этого немного подлагивать будет, но... Не это. Братан, а если тебе понравился данный видеоролик, ставь лайк, подписывайся на мой канал. Всем удачи и всем пока!